фиксируй ноги. Вот, 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 ей молодец. Давай, поехали. Вот. Посмотри на дядю. Трехлетняя Стефания знакомство с лыжами свела совсем недавно. Ничего не поделаешь, семейная традиция. Семья Кнауп из поселка Вензели Тюменского района тренировки проводит каждую неделю. На белые тропы родных завел старший брат Стефании, Матвей. Олимпийским видом спорта он занимается уже 9 лет. Семья часто поддерживала его на соревнованиях в качестве болельщиков. В этом году все дружно решили принять участие в лыжне России. Мы не готовились ранее, не участвовали, потому что были декретные отпуски. К сожалению, не всегда это было возможно совмещать. Но сейчас полным составом хотим, конечно, заявиться и попробовать свои силы уже, поддержать старшего сына. И мама, и папа познакомились с лыжами еще в детстве. До олимпийских высот не доехали, но к ним и не стремились. Сейчас глава семьи трудится на заводе. Но привычка наматывать выходные по зимнему лесу пяток километров никуда не делась. Кстати, как и Стефания, на лыжню России глава семьи выйдет впервые. Ждете, ожидаете первый опыт? Ну, не знаю, наверное. Супруга сказала, что, наверное... Хотим, значит, я как она. Младший сын Мирон через несколько месяцев закончит детский сад. И твердо намерен идти по спортивным стопам, а вернее лыжне брата. Поэтому лыжня России для него только начало пути.